Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Один из подписчиков моего канала в комментариях под одним из видео задал мне вопрос, можно ли переключать с положения драйв на ходу в положение спорт, ну и обратно. Друзья мои, здесь ничему никто не препятствует и ничто не препятствует. Переходить с положения драйв в положение спорт, конечно же, можно. Но учитывайте то, что вы должны не на большой скорости это делать, так как все-таки у вас сразу перейдет ваша коробка передач на одну ступень ниже. То есть передачи в вашей автоматической коробке передач удлиняются, но их количество сокращается на одно. Это сделано на многих автомобилях для более интенсивной езды. Получается так, что вы двигаетесь на включенном драйве. Вот селектор коробки передач у вас установлен в положении драйв. Вы переходите в положение S. Сразу у вас коробка автомат переключается с пятой, допустим, на четвертую. Если у вас четырехступенчатый автомат, то у вас с четвертой перейдет на третью ступень. По этой причине желательно это делать, если вы будете делать, то не на большой скорости. Спорт обычно применяется, когда вы хотите сделать резкий обгон, но вы не можете сделать этот быстрый обгон. У вас не хватает мощности в вашем, получается, двигателе. И вам надо перейти на пониженную передачу, для того, чтобы более ускоренно или завершить, допустим, какой-то маневр. Но на драйве вы это сделать не можете. Вы переходите на положение S, это равносильно, как вы, когда едете, допустим, на механической коробке передач, в положении рычаг переключения передач находится на пятой, и для того, чтобы завершить какой-то маневр, вы включаете четвертую передачу, обороты увеличиваются, но вы этот маневр все-таки завершаете. Вот спорт, в принципе, то же самое, очень близко к этому. Вы переходите в режим спорта, обороты резко увеличиваются, скорость вы набираете более интенсивно, да, обороты будут больше, но вы этот маневр сможете закончить. Ну, а потом, если вам нравится, допустим, в положении спорт, интенсивность, вы свободно можете переходить плюс-минус, то есть, если у вас надо на пониженную переключиться, то есть, чтобы у вас верхняя передача была на одну, допустим, ниже, вы делаете одно движение вниз, второе движение опять же вниз, как я объяснял в прошлом ролике, или, допустим, вам на повышенную надо, вы переключаете в сторону плюса, у вас плюс получается, это плюс одна верхняя передача. И все прекрасно работает. И если вам на ходу необходимо переключиться опять на драйв, это в любой момент вы просто переходите в режим драйва и все. Полностью автомат у вас переходит в режим драйва на ходу, на скорости. Даже если вы 100-150 будете идти, вы со спорта легко переключаете на драйв. И вашему автомату абсолютно ничего не грозит. Все беспроблемно это предусмотрено. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.